Кургане подешевели авиабилеты. С начала этого года в Заурале увеличилась загрузка авиарейсов. Причина – новые направления и дополнительные рейсы. С января компания ЮТР начала выполнять полеты в Сургут и Ханты-Мансийск. За два месяца загрузка рейсов в Сургут выросла с 55 до 67%. В Ханты-Мансийск – с 32 до 56. Перевезено более 1600 пассажиров. С 1 февраля был открыт дополнительный рейс Курган-Москва-Шереметьево. Теперь до столицы можно улететь, начиная от 1800 рублей в одно направление. За два месяца перевезено более 3000 пассажиров. Загрузка рейсов достигла 85%. Безопасно ли ездить на общественном транспорте? Сотрудники ГИБДД и транспортного надзора провели его проверку. За два месяца проверено около 6 тысяч автобусов. На нерадивых перевозчиков составлено 779 административных протоколов. В 62 случаях возбудили дела на должностных лиц. Со стороны водителей пассажирского транспорта распространенные нарушения, управление непристегнутым ремнем безопасности, разговоры по телефону с использованием рук. Также техническое состояние транспортного средства не каждый водитель следит. Поэтому сотрудниками ГИБДД ведется постоянный контроль за пассажирскими перевозками. У православных христиан время поста. Это 7 недель перед Пасхой. Священнослужители призывают посвятить это время духовному, а в пище отказаться от продуктов животного происхождения. Такое ограничение в рационе, уверяют в церкви, как батарея в телефоне покажет, насколько заряжено ваше сердце, определит уровень духовности. Когда у человека отнимаются вот эти все суррогаты, отвлекающие его материальные, душевные, душевно-телесные, пища, питье, сон, развлечения. Тогда, и причем в одночасье, если это убрать, тогда человек вот остается сам при себе. Вот. И как сердце наше, как индикатор, показывает, хорошо ему или плохо. Не гречка единой, в один голос вторят современные диетологи, и не поддерживают соблюдение поста в его чистом виде. Жесткое меню вплоть до сыроедения подходит только здоровым людям, говорят они. Если в пищу не попадает животный белок, а только там содержатся незаменимые аминокислоты, которые являются кирпичиками для нашей клеточки, из которых строится все тело, в организме начинается защитная реакция. Он тянет белок из мышц. И ладно бы из мышц. А потом это сердце, как мышечный орган, а у женщин это еще и матка. Сейчас овощи и фрукт намного востребованы и пользуются спросом у покупателей. Людей не смущает даже, что ранние дары природы отнюдь не всегда обладают только полезными свойствами. Ведь в нашем климате еще нет собственного урожая. То ли дело орехи, и срок годности побольше, а по содержанию белка продукт равен мясу. Правда, у орехов тоже есть свои противопоказания. Многие из них вообще запрещены беременным, детям и людям с аллергией. Какую диету выбрать и соблюдать ли вообще пост в плане питания, каждый человек для себя должен определить сам. Каждый должен соблюдать меру своего здоровья. Я думаю, консультации врача обязательно. Ну и, собственно, духовного созревания. Единственное, в чем сходятся те, кто следит за соблюдением ЗОЖ, и те, кто проповедует православие, так это то, что пост, как воздержание от всего вредного, дурного, больше важен в мыслях и поступках, нежели в еде. В этом году в Кургане в 17-й раз пройдет турнир по дворовому футболу. Общественное движение «Весна» основало его в 2004 году. Проект сразу стал популярным, ежегодно до 1000 участников. Это футболисты всех возрастов из Кургана и районов области. В 2007 году партнером турнира стал клуб «Зенит» Санкт-Петербург. А с 2011 года в дворовом футболе соревнуются и женские команды. В 2016 курганский турнир поддержал Дмитрий Губерниев. Крепко обнимаю, и пусть победит сильнейший. Общественная палата Российской Федерации одобрила проект курганского движения «Весна». Есть прямо алгоритм, готовы подарить, можно перенести опыт в любой город. Пожалуйста. Наверное, не будет ничего, скорее всего.
будут уже какие-нибудь там электрокапсулы вылетать по городу. Ну, город, конечно, городом мечты, как мы сейчас мечтаем его увидеть, таким и хочется его увидеть потом. Именно я люблю природу, поэтому мне хочется, чтобы сохранилась природа для будущего. Ну, я хочу, чтобы у внуков было все очень хорошо, просто идеально. У нас тоже неплохо. Но хочу, чтобы у них было лучше. Чтобы были, оставались людьми, все были порядочными, честными. Чтобы более бережно относились как-то к природе, к окружающему. Город, чтобы, может, чище будет. Будьте добрее, это в первую очередь. Ну, счастливее, здоровее, чем мы. Потому что экология нарушается, надо восстанавливать экологию. Ну, во-первых, берегите. Берегите планету, берегите Землю, берегите друг друга. В масштабах глобальных имеется в виду. Я сейчас имею в виду войны. Ну и, наверное, это основное, это самое важное. Свою профессию Оксана Иваненко называет романтической. Еще бы встречать рассветы на работе. И пусть в режиме 2 на 2, романтики это не убавляет. Оксана – водитель автобуса. Первая смена начинается в 4 утра. Тут, говорит женщина, все дело в правильном диалоге с собой. Да нет секрета, просто установку организма уже даешь. И что тебе на работу надо, что ты людей повезешь, что ответственность какая-то. Если нравится работа, как бы, ну, не устаешь, скорее всего, так сказать. Работа нравится. То, что работа водителя ей точно понравится, поняла еще в автошколе. Куда, чтобы разнообразить жизнь в декрете, пошла за категорией D. Сразу же сказал, что это мое. Инструктор сказал, что это твое. Что ты не боишься ничего, никого. Уверенная за рулем. Меня ставили в пример в автошколе. И спасибо, что научили. Ее неофициальный стаж водителя начался с 8 лет, когда папа, который очень хотел мальчика, рассказывает Оксана, посадил ее на колени со словами «рули». С тех пор рулит и дома, и на работе, вызывая, к слову, неоднозначную реакцию у пассажиров. Делают комплименты, иногда пальцем показывают, это неприятно. Нравится? Лишь бы везли. Нормально. Но они в основном женщины-то аккуратнее водят, чем мужчины. За один рабочий день водитель и кондуктор становятся невольными свидетелями и плохих, и хороших событий. Обрывки телефонных разговоров, человеческие ссоры, а иногда и историю любви. Однажды молодой человек признавался в чувствах своей избранницы прямо в общественном транспорте. В общем, встал и кричал, что он сильно любит. Вы как реагировали? Да никак, просто поулыбались, похлопали все, естественно. Как и подобает хранительницам очага, уют Оксана и ее напарница-кондуктор Ольга переносят и в салон машины. Повсюду аккуратные салфетки и шторки. И даже пожелания на 8 марта Оксана произносит не от имени водителя автобуса, а просто женщины. Семейного благополучия в этот праздник. Стабильности хотелось бы больше. Уверенности. Ну и чтоб любили вас и нас. Выбирай товары по низким ценам. Покупай с выгодой в Галамарт. Не верьте сказкам. Приходите в Галамарт. Чистящий порошок Пемолюкс всего 9 рублей. Акция действительна только 12 и 13 марта 2020 года. Порошок Пемолюкс всего 9 рублей. Акция действительна только 12 и 13 марта 2020 года.